На сцене киноконцертного зала «Чермен» прошел праздничный концерт в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Концертная программа включала песни военных лет. Инициатором проведения культурного мероприятия выступило Управление культуры столичной администрации. От героев былых времен этой песни в исполнении заслуженного артиста республики Игоря Тосоева открылся концерт. В концерте также приняли участие югоосетинские эстрадные артисты. Концертную программу украсили выступления хореографического ансамбля «Ирон» при администрации города Цхинвал. Управление культуры столичной администрации проводит концерт в честь Дня Победы ежегодно. Как отметил начальник управления Игорь Тосоев, подобного рода мероприятие является проявлением памяти и уважения ко всем тем, кто сражался за свободу и независимость Родины. Анна Гаева, Регина Черткоева, Заур Остаев. Информационный выпуск сегодня.